Приветствую вас, друзья! Сегодня поделюсь с вами своим опытом в пространстве сновидений. Было очень интересное путешествие сегодня, и во сне я получала послание, то есть проводила ченнелинг. И поделюсь этой информацией с вами. Вкратце расскажу. Было много разных событий, и одно из них – это было собрание, семинар с людьми, которые там присутствовали, и я этот семинар проводила. В какой-то момент один из умерших родственников попросил передать послание для своего внука, который там присутствовал, и для всех людей, которые тоже были на этом собрании. Сразу скажу, что смерти не существует для души. Здесь, в нашем мире, умирает тело, но жизнь на этом совсем не заканчивается, а продолжается дальше. Путешествия души продолжаются, и души живут дальше в разных мирах. Дедушка парня показывал, где он живет, что делает, как устроено его пространство на тонком плане и так далее. Знакомил со своим тамошним миром. Я передавала послание и смотрела одновременно устройство мира. И самый последний кусочек послания я записала по пробуждению и поделюсь им с вами. Посланник был стареньким дедушкой на момент смерти, но выглядел как мужчина в расцвете сил в этом пространстве. То есть после смерти физического тела энергии, отягощающие тонкие тела, сбрасываются. Форма, как правило, остается прежней, по желанию души, но уже в молодом виде. Дедушка хотел помочь внуку и всем присутствующим увидеть мироустройство слоев судьбы и научить путешествовать по ним, меняя слои на более лучшие. И это маленький фрагмент концовки большого послания, которое там было. Итак, послание. Как менять свою судьбу? Будущее определено, и каждое событие прописано в пространстве. Поэтому есть ли смысл переживать о том, что будет? В каждом пространстве, где вы находитесь, есть отверстие, через которое входит или выходит энергия. Эта энергия может быть положительной или отрицательной. Ее определяет коллективное сознание. Если положительная энергия входит, то есть шанс выйти на следующий уровень судьбы. В каждом уровне события также существуют фундаментально. Но на каждом уровне свои вибрации. Так вы можете менять свою судьбу и переходить по уровням. Их бесконечное множество. Чем больше людей создают позитивный фон вибрации, тем больше наполнения слоя и больше шансов изменить свою судьбу или судьбу человечества. На этом послание заканчивается. Мужчина показывал свой слой пребывания и разные слои судеб, по которым можно совершать путешествия, повышая свои вибрации. Теперь немножко побеседуем на эту тему. О чем послание? По большому счету о двух вещах. Первая вещь – это о том, что не стоит ни о чем переживать, потому что все уже существует. И вторая – это то, что мы можем менять свою судьбу на более лучшую. И как раз этот дедушка хотел своему внуку донести мысль о том, что он может изменить свою судьбу к лучшему, то есть перейти на другую ветку вероятности, то есть на другой слой своей судьбы, где находятся уже другие события. И как это выглядит в пространстве? Очень условно описываю, то есть есть как бы такой слоёный пирог, и этих слоев бесконечное количество. То есть все события уже существуют. Наше прошлое, настоящее, будущее, все существует в пространстве и времени. И, конечно, это более сложная схема, чем я сейчас описываю, да, то есть если представить это в многомерности, то выглядит, конечно, все иначе, чем я буду сейчас вам рассказывать. Ну, примерно вы можете иметь какое-то представление об этом. То есть, если представить такой из огромного количества слоев слоёный пирог, то это и есть вот эти вот
линии судьбы. И в каждом слое все уже существует. То есть все события уже есть. Поэтому первая мысль была о том, что стоит ли об этом переживать. Все уже существует в этом слое. Наши переживания только приносят нам страдания. И для того, чтобы выйти из определенного слоя, необходимо повышать свои вибрации. В каждом слое, как говорилось в послании, есть определенные отверстия, так называемые. Да? Это чем-то мне напомнило чакры, то есть такие отверстия в поле, которые работают на прием энергии в одну или в другую сторону. То есть через эти отверстия происходит циркуляция энергии и перетекание из слоя в слой в том числе. Можно сказать, что это чакры в поле судьбы. Ну, это мое лично такое название, которое я придумала. А может быть, там это имеет какое-то другое название. Так вот, каждый человек может путешествовать по этим слоям. Таким образом, мы свою судьбу меняем. Например, человек какой-то родился, может всю жизнь жить в одном поле своей судьбы. Поэтому у него будут известны все события его жизни достаточно легко, он может их просмотреть как-то или прочувствовать. А если человек хочет, например, поменять свою судьбу, что-то не складывается, плохо, да, идет, то человек может переместиться на другой слой своей судьбы. Но для того, чтобы произошло это перемещение, можно сказать, что вот этот слой, в котором человек пребывает, он должен наполниться более высокими вибрациями. А наполнение происходит как раз через вот эту некую чакру, да, через отверстие. И это наполнение, оно происходит не только за счет одного человека, того, чья это судьба, а также еще за счет коллективного сознания. Потому что мы существуем не одни сами по себе, а мы существуем в переплетении судеб. То есть судьба не находится отдельно от чьей-то другой судьбы. Это как некая сеть судеб. Поэтому коллективное сознание очень влияет также на вот это перемещение по этажам судьбы. Соответственно, чем больше людей вокруг вас, связанных с вашей судьбой, повышают свои вибрации, улучшают свою жизнь, к чему-то стремятся большему, лучшему, тем больше происходит перетекание энергии, наполнение этого пространства. То есть более высокие вибрации, они как бы заполняют слой этого этажа судьбы, и, соответственно, человеку легче перейти на другой уровень своей судьбы. В другом уровне, допустим, это следующий этаж, да, на следующем этаже точно так же все события уже существуют. То есть они там также статично прописаны. И таких линий вероятности бесконечное количество. Конца и края этому нет. Но при этом все уже существует. То есть любые события, они не могут придуматься откуда-то, взяться там. Они уже есть. И таким образом, чтобы... Вот еще уточню такой момент. Может ли человек, например, сам по себе только взять и легко перескочить с одного этажа на другой? Может, но это будет достаточно сложно. То есть одному человеку надо очень хорошо потрудиться в своей жизни, то есть превозмочь где-то себя, да, свои какие-то уроки пройти и так далее, чтобы повысить вибрации и перескочить на следующий уровень. И проще это будет сделать, если будет работать все поле связки судеб, то есть у нас есть ближний круг, у нас есть там средний круг, дальний круг и так далее, и там вообще самый дальний круг, да, с кем мы как-то взаимодействуем.
Так вот, самый ближний круг, соответственно, больше всего влияет. И чем больше вот этих вот взаимодействий у человека, и чем больше в вашем кругу людей будут повышать свои вибрации, то есть побеждать, можно сказать, свою карму, тем больше шансов, соответственно, и у одного человека изменить свою судьбу, и у других. То есть таким образом это работает. И, соответственно, призыв был к чему? К тому, чтобы люди задумались и посмотрели на свою судьбу, посмотрели, насколько людей устраивает их судьба, и обратили внимание на то, что свою судьбу каждый человек может изменить. Соответственно, наполнить пространство своей судьбы более чистой энергией, чистыми вибрациями, повышающими уровень сознания, и перейти на другую линию вероятности, где судьба более уже благотворна для человека. Соответственно, там еще есть огромное количество выбора. То есть это не просто какой-то один следующий этаж, да, а их бесконечное количество. То есть если представить это в нашем трехмерном пространстве, то это можно представить в виде там этажей каких-то, да. Но в многомерности существует еще бесконечное количество вариаций, потому как мы в каждый момент времени можем что-то творить. Вот, соответственно, посмотрите на свою судьбу, почувствуйте, нравится она вам или не нравится, почувствуйте, может ли быть лучше для вас. Когда мы даже думаем, где может быть лучше, вот это место в пространстве и времени, оно как бы начинает светиться, то есть тот этаж, на который вы можете попасть дальше. Вот из момента сейчас, из текущего времени, из той точки, где мы находимся в пространстве времени, самая ближняя точка в пространстве времени, которая может для вас измениться через, опять же, вот эти некие отверстия, можно туда перескакивать. И когда мы уже настраиваемся на это, эта точка следующая, которая там немножко лучше, чем текущая, например, жизнь, она начинает светиться в пространстве. То есть уже энергия туда идет. И посмотрите еще на судьбы тех, с кем вы общаетесь, с кем вы живете, на ваших близких, на ваших родственников, на всех людей, которые появляются так или иначе в вашей судьбе. Кто-то больше появляется, кто-то меньше, кто-то на каком-то этапе был, потом ушел. Например, судьбы разошлись, да? Ощутите вот это все, свое пространство, поле судьбы. И почувствуйте, куда вы хотите. Хотите ли вы что-то менять? Если хотите, то как вы это можете представить себе? Но за представление цепляться не надо, потому что если вы будете представлять, какую судьбу вы для себя хотите, то это может дать вам определенные координаты, куда вы пойдете. А божественная энергия, она даст вам самый лучший вариант вашей судьбы. То есть вы можете не знать, что, например, для вас есть более лучший вариант. Поэтому я бы не рекомендовала как-то фокусироваться и концентрироваться на каких-то аспектах своей судьбы. То есть не создавать такие якоря. Потому что это все существует, и, соответственно, вы пойдете определенным путем тогда. А мир может для вас готовить намного лучше, чем вы можете себе представить. Поэтому не стоит себя ни в чем ограничивать здесь. И еще такой момент. Лучше всего обратиться к своему высшему Я, к Богу. Потому что божественная энергия плюс ваше намерение повысить вибрации, перескочить на другую линию своей судьбы –
Вот это соединение божественное в нас, это самая чистая, самая ясная энергия. И она дает самый лучший потенциал. И она знает, где для вас в этом бесконечном множестве существующих уже судеб самое-самое прекрасное божественное место, где вы будете лучше всего жить. И лучше всего жить — это не имеется в виду, что все мы там будем в каких-то розовых облаках купаться. Да? В любой судьбе есть свои сложности, есть какие-то уроки и так далее. Но всегда это будет для вас рост. И этот рост с божественной энергией, он всегда будет благоприятный для текущей жизни в теле и в целом для развития души. То есть во всем нашем триединстве – тело, душа и дух. Поэтому смотрим на свою судьбу, соединяемся с божественным в себе, соединяемся условно, конечно же, да, мы и так это и есть. И создаем такое легкое, невесомое намерение улучшить свою судьбу, то есть оказаться там, в той точке пространства и времени, на том этаже, где самая лучшая есть судьба для нас. Ну и, пожалуй, на этом я и закончу. Если вам есть что добавить, хотите задать какие-то вопросы, прокомментировать, всегда буду рада почитать. Я вас благодарю. Всем спасибо. Пока.